Привет! Если ты до сих пор не можешь сделать свой первый выход силы в жизни, тогда это видео для тебя. Перейдем к рекомендациям. И да, ребят, хотелось бы сразу предупредить, что рекомендации – это не обязательная часть. Это лишь означает то, что если вы можете сделать следующее упражнение, то вы намного быстрее выучите элемент выход силы, и вам будет намного проще. Итак, рекомендации. Первое. Делать минимум 5 взрывных подтягиваний. Второе. Отжиматься на брусьях минимум 15 раз. И третье. Делать отжимания от турника минимум 10 раз. Давайте пройдемся по каждой. Взрывные подтягивания. Их основное отличие от обычных подтягиваний заключается в том, что при обычных подтягиваниях ваша основная цель – завести подбородок за турник и опуститься. Во взрывных же подтягиваниях вы должны подтянуться минимум до уровня груди и выше. Все просто. Второе – это отжимания на брусьях. Тут нет ничего сложного, главное – показать технику. Слева вы видите, как не надо отжиматься, а справа – как надо. И третье – это отжимания от перекладины. Вы можете найти брусья или турник, забраться на них и начать отжиматься, как показано на видео. Ничего сложного. Теперь расскажу про технику выполнения. Если при подтягиваниях наше тело идет прямо перпендикулярно турнику, то во время выхода силы мы как бы облетаем его сбоку. Теперь расскажу про упражнения, которые помогут вам выполнить выход силой. Первое – это подлеты на турнике. Делаем выпад вперед и по инерции вылетаем. Второе – это негативный выход силой на 2. Берем, запрыгиваем на турник и потихонечку спускаемся. И третье упражнение – это статика. Сначала на максимум задержались в этом положении над турником, после чего опустились и задержались в этом положении на максимум. На этом все, ребят. Эти три упражнения помогут вам изучить выход силой на 2 руки. И хотелось бы вам сказать еще одну вещь. Ребята, всегда идите до конца, никогда не сдавайтесь в любых своих начинаниях, и у вас все получится. И да, я заметил эту девушку только на процессе монтажа. Вряд ли вы, конечно, смотрите этот видеоролик, но если все же смотрите, то знайте, вы крутая. Пока!